Поселок Токалевский областного центра защитят от водной стихии. Владельцы участков в населенном пункте чуть ли не ежегодно сталкиваются с подтоплением своих владений в период весеннего таяния снега или дождей. Начать здесь возведение защитного сооружения планируют в этом году. Стройка займет около 2 лет. Проект уже составлен и утвержден. В мэрии Биробиджана ждут ответа и поступления финансирования из федерального центра. Добавлю, что сегодня есть дамбы на обоих берегах Биры, а также и Куринский водоотводный канал. Насыпь в Токалевском станет 4-й на защите города от паводков. Протяженность этой дамбы 3,6 километра. Она будет проходить по левой стороне от железнодорожной ленинской ветки и далее, значит, до Биробиджанского района и чуть дальше. Вот на сегодняшний день 135 миллионов стоимость этого проекта.